ВАЗовская четверка на встречке в кювете. С другой стороны на аварийке автобус и двенашка. Вот они, последствия нарушения правил дорожного движения при совершении обгона. Автомобиль ВАЗ 4 модели перед началом обгона не убедилась в безопасности совершения маневра. Совершила столкновение с автомобилем ВАЗ 12 модели, после чего с автобусом. Ну, пошла на обгон и его не увидала. А он шел на... Он же обгонял нас. Я уже полностью... Она между нами постаралась заехать и все. Она просто не видела или не смотрела в зеркало. Ударилась от меня. И все, и началась... Вот крутиться начал. В итоге машину вынесла на встречную полосу в кювет. Женщина в порядке. Машина получила характерные признаки. Автобус и ВАЗ-12 модели незначительное повреждение. По счастью, происшествие случилось днем, когда трасса была свободна, поэтому более серьезных последствий удалось избежать.